Идеально. Теперь за дело. Я так и думал, что вы придете сюда. Вам надо атаковать весь остров за раз, верно? Посмотрим, не взрывчатка. Вы же не хотите уничтожить себя. Кирагас, что бы это ни было, отойдите. Я читал в библиотечном компьютере нашего корабля, что может это оружие, если его соединят три автобота. Интересно, что будет, если его соединит один гон. Давайте узнаем. Я чувствую, что могу сразиться со всеми праймами одновременно. Какие у вас шансы? Не могу понять, вы такие слабые, или я такой сильный? Вы правы, это я такой сильный. Похоже, эта броня не просто модный элемент. Интересно. Я просто представил силовой луч и оружие его создало. Сорс, если кто-то слышит меня на частоте автоботов, тебе конец, Силчо. Ты слышишь меня? Конец! Нет, это тебе конец! Подушечки! Время пошло. Надеюсь, все уже на месте встречи. Но нам нужно убедиться, что Стилджу останется на острове. Вооруженный его доспехами, он может быть защищен от хлебов. Надо разоружить его, чтобы он больше никому не угрожал. Даже если мы сами попадем под действие Криогаза, чего бы это ни стоило. Чего бы это ни стоило. Вы не победили. Я все равно займу свой трон. Не сегодня, Стилджу. Мне достаточно представить оружие, которое мне необходимо, чтобы победить тебя. Тепловой луч.
мелочь. Подожди, Фиксит. Мы еще можем выбраться. Это не конец! Я порву тебя на части, Бамблби! Заходите на корабль быстрее! Волны вперед! Стазисная бомба вот-вот взорвется! Три, две, одна. Смаш! Фиксит. Получаю множественные сигналы от десептиконов. Все они в стазисе.